находимся на улице Ярцевской, в районе станции метро Молодежная. Метро Молодежная сзади, за выходом, входом в трамплин. Эта улица названа по городу Ярцево, который расположен в Смоленской области, на западе от Москвы. Тут тоже западный округ. В Москве, как это часто бывает, географически название имеет привязку к тому или иному направлению. Здесь вот сиротливое здание кинотеатра «Брест», который никак не могут реконструировать или привести в порядок. Седьмой маршрут автобуса. Идущий от Рублёва до Коцюбинского. И вот 164-й, который едет до университета. Недавно его продлили дальше, за станцию метро Молодёжная. Полураздетый ходят, как у них только выдерживает иммунная система. Холодно где-то, порядка плюс 5, ветер. Вот здесь находится торгово-развлекательный центр Кунцево Плаза, а также бизнес-центр. И вправо уходит улица Оршанская. Посмотрим так. Двигаемся, посмотрим с этой стороны, потому что пока светофор нас не пропускает. Красавец Кунцево Плаза. Сюда люди едут за покупками и отдыхать. И вот офисы. Называется. Перейдем тогда дорогу. Мы это уже идем по Оршанской. С Ярцевской свернули.